Ребятушки, сегодня у нас на обзоре такой вот миксер, да? Он поломался, получается, он вставляется в дрель, он предназначен для дрели, для обычной. Что, собственно, надо сделать, как его можно починить? Мы просто берем, вот здесь вот притуливаем, только главное попасть надо, как он был, в паз, и прихватываем. Сейчас покажу, что с этого получится. Так вот, собственно, ребятушки, результат. Вот так вот приварился, собственно говоря, миксер. На 2-3 точки, не знаю, сфокусировалось, не сфокусировалось. Аппарат. То есть в старые места я поставил, биения не было. Поэтому решил в старые места приварить, потому что другой миксер у меня, он лежит. Но его очень проблематично закрутить. А здесь хорошее посадочное место на нем. Закручивается он просто на изи. Вот видите. Такой шестигранничек. И так он не стертый. Довольно в хорошем состоянии. Пишите, как часто у вас такие миксера ломаются. Сейчас все равно он стоит денег. А так 4 точки поставить, 5, собственно, не составит никакого труда. На грязное прям варил. Ничего не зачищал. Поэтому много шлаков и так далее и тому подобное. Ну, для стройки он пойдет. Я думаю, он сотрется к этому времени. Так что такие, ребятушки, делишки. Вот так выглядит он. Сейчас покажу вам такой же, только который бьет. Вот он в дрели, видите, рабочая обстановочка. Вот, но он постоянно почему-то бьет. Это даже, по-моему, больше по размеру. Да, видите, малость больше. Но он не бьет никогда. Это постарее еще первые, которые делались, модификации. А тут уже более новей, следовательно, хуже на порядок. Так что, ребятушки, такие делишки. Добра, бабла, позитивчика. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик. Пока-пока, до новых встреч. Добра, бабла и позитива вам. Пишите комментарии обязательно. И ставьте лайк. Подписочка за вами.